10 Александр Сталин, номер 13 Кристина Алидина, номер 15 Мария Исаева, номер 23 Елена Вучинич, номер 42 Сара Бур, команда «Динамо Москва», номер 6 Камила Натицкая, номер 12 Кэти Эдзи, номер 14 Ксения Тихоненко, номер 30 Ольга Воробьева, номер 42 Александра Банта. Друзья, давайте сыграем матч.
говорить, ты что? Кристина Литина, номер 13, первый фол. Боже, что у нас есть?
Замена на первую команду Кристина Аликина, номер 13, второй фол. В обеих командах замена. В команде «Казаночка» выпускная Галина Першина, номер 1. На площадку возвращается Александр Столяр, номер 10. В команде «Динамо Москва» выпускная Варвара Царюк, номер 7. На площадку возвращается Александр Пантова, номер 42. Камила Доцинская. Thank you.
Thank you.
Самира Каролина, Екатерина Яковлева, номер 13, третий фол. Команде «Динамо» на почет возвращается Анастасия Пасхова, номер 8, Наталья Потёрина, номер 10. Thank you.
Thank you.
США 19-36 закончилась первая половина игры между командами «Казаночка» с командой «Динамо». Ну что, друзья, пока у нас большой перерыв. У нас розыгрыш, друзья, от нашего Елены Спросина, от компании «Белично», всякое то, что вот так далеко, друзья, и вот ко мне идет на вопрос с вами. Вот. Что? Студия, да, в этой руках ты писала? Давайте мы стул возьмем, вот возьмем, да? Антон, спасибо. Вы на столе, у нас ключики действительно. А подарок сейчас обратно принесет, друзья. Здесь ваши купончики, здесь ваши фамилии, телефоны. Вы будете звонить. Ну что ж, ты думаешь? Хорошо, давай, говорю, потому что поздравляю. Иди к нам. Оставь сумку на своем. Итак, засовываешь руку, перемешиваешь и, не глядя, один листочек достаешь. Итак, внимание. Достал, молодец, осторожно. Итак, давай берем номер 950-665-6888. Итак, внимание. А сделайте звук потише. Привет, привет. Чей номер? Ты не слушаешься, ты здесь. Алло. Вы в зале? Ушли? А вот я. Итак, еще один. Номер, внимание. А как фамилия человека? Гульнар. Не берет Гульнар эту руку. Ну давайте посмотрим следующий номер. Может, не будем звонить, может, просто назвать фамилию? Давай. 902-7111. Ага, 5-0-0. Нет прошлений, ничего. Здесь этот человек. Я пойду в сумку, чтобы лучше не было.
Мальчику хэштег дайте, давай, держи хэштег. Ну ладно, видите, что у нас? Суперприз, друзья! Мы расскажем, что это суперкрутой смартфон. Честно-честно, мы разыграли смартфон. Это телефон, который Nokia 6200. Нет, друзья, это настоящий смартфон от нашего генерального спонсора, публичного акционерного общества, от Телетом. Вот такой, друзья, смартфончик. Кому-то сейчас очень повезет. И мы с вами внимание. Не берет? Мы не даем много времени убежать нас, потому что уже сколько времени можно будет. Мы дозвонились, она пишет нам. Видимо, на первый этаж ушла. Но пока мы можем наградить нашу предыдущую конкурса, которую мы проводили в Инстаграм. Если я правильно считаю, это четыре фамилии. Шилкова. Она, да? Есть такой раз? Шилкова, а не Шилкова, фамилия. Куда я не могу ошибаться? Шилкова. Есть такой человек, есть Шилкова? А. Ну, если ты нет, в принципе, мы все равно найдем его в Инстаграме и подарим призы от последнего группы «Косаночка».
Казанская 23, Динамо 44%, штрафные Казанская 67, Динамо 71%. Самые результативные игроки команды в команде Казанская — это Александр Столяр. Она принесла свои команды 8 очков, 19 очков принесла своей команде Камила Цинская. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Со счетом почаще. Самые результативные игроки команды. Команде «Казаночка»
2 очка засчитаны. Елена Лучинична, 23-й, 4-й фол. Александр Папа.
Два человека, Виктор Сергеевич.
Thank you.
Ольга Сизякова, номер 58, второй фол. Со счетом 62-51.